Константин Крюков родился 7 февраля 1985 года в Москве в семье актрисы Елены Сергеевны Бондарчук, 1962-2009, и доктора философских наук Виталия Дмитриевича Крюкова. Константин приходится внуком легендарному советскому режиссеру и актеру Сергею Федоровичу Бондарчуку и актрисе Ирине Константиновне Скопцевой. Детство провел в Швейцарии. По настоянию деда закончил с отличием художественную школу в Цюрихе. Учился в школе при посольстве Германии в Москве. При этом 10-11 класс закончил экстерном. В 2001 году в возрасте 16 лет стал одним из самых молодых выпускников Американского института геммологии, GIL, московский филиал, и дипломированным геммологом, специалист по драгоценным камням. В том же году поступил в филиал МГЮА, который окончил в 2006 году. С 18 лет играет в кино и снимается в телевизионных проектах. Актерский дебют состоялся в 2005 году, когда Константин появился на экранах страны в роли Джоконды в фильме «Девять рота». Увлекается живописью, есть собственная художественная мастерская в Праге, ювелирным искусством, фотографией, плаванием, любит читать. В 2012 году снялся в клипе Леры Кондры «Это неправда».